В нашей стране более 19 миллионов молодых людей в возрасте до 30 лет. Они составляют 55% населения. Сейчас ежегодно на рынок труда выходят 600 тысяч молодых людей, а в ближайшие 10 лет это число достигнет 1 миллиона. А потому по инициативе главы государства 2024 год в Узбекистане назван годом поддержки молодежи и бизнеса. При этом особое внимание уделяется обеспечению качественного образования, профессиональной подготовки и трудоустройству молодежи. В настоящее время в стране ведется работа по информированию молодых людей и выпускников профессиональных учебных заведений и высших учебных заведений о рынке труда, привлечению их к занятию бизнесом. Государственная служба глазами молодежи и бизнес глазами молодежи – таковы темы, которые были рассмотрены в ходе духовно-просветительского мероприятия со студентами выпускных курсов, состоявшегося 23 мая по инициативе Агентства по развитию государственной службы при президенте Республики Узбекистан в сотрудничестве с Ташкентской областной торгово-промышленной палатой, Главным управлением по борьбе с бедностью и занятостью населения и Хакимиятом Алмалыка в алмалыкском филиале Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова. В ходе мероприятия перед выпускниками выступили предприниматели, рассказавшие о своих достижениях и потерях в ведении бизнеса, поделившиеся своим опытом и дав молодым людям ценные советы. Кроме того, студентам была дана информация о том, какой объем первоначальных инвестиций необходим для открытия бизнеса и как получить льготные кредиты. В этот же день представители Ташкентского областного филиала Агентства по развитию государственной службы при президенте Республики Узбекистан провели круглый стол, где информировали студентов высших учебных заведений Ташкентской области о реформах в сфере государственной службы, социально-правовой защите государственного служащего, открытой, прозрачной системе трудоустройства на основе равенства. В заключении мероприятия ответственные лица ответили на вопросы студентов, дав консультации о возможности стажировки в Министерстве финансов Республики Узбекистан и приеме перспективных кадров на государственную гражданскую службу на конкурсной основе. Подобные мероприятия помогают повышать правовую грамотность студентов вузов, стимулировать выпускников к предпринимательской деятельности и определять с выбором места работы.